Ремонт в одном из самых красивых переулков Одессы не увенчался успехом. Новая плитка потрескалась и местами выпирает, а тактильная и вовсе отвалилась. Это надо было учитывать то, что они же дорожники, они понимают технологию укладки этой плитки. Машины проезжали здесь, плитка разошлась, естественно, она пошла сюда. Плохо положили, не добавили, как обычно, каких-то материалов. Тут же надо добавлять какие-то там клейкие материалы в строительные, потому что там мороз, тут жара. Кроме того, некоторые элементы благоустройства уже успели украсть вандалы. Они унесли часть урны и столбиков, а то, что осталось, держится на добром слове. На ремонт Воронцовского переулка из бюджета мэрии выделили более 22 миллионов гривен. В конце прошлого года его открыли. Переулок полностью застелили брусчаткой и пообещали закрыть для автомобилей. В итоге новую дорогу тут же заняли припаркованные машины. Нарина Щеглова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».